Международный день сноуборда в Тюмени совместили с началом соревновательного сезона. Любители зимнего экстрима определили лучших на чемпионате и первенстве области в олимпийской дисциплине бордер-кросс. Все фигуры на трассе сноуборд-кросс построены так, чтобы их не просто объезжать, а чтобы спортсмены могли на каждой фигуре набрать скорость. И будет сразу распределяться они по местам. Те, кто умеет и кто очень хорошо владеет сноубордом, они будут обрабатывать и набирать на этих фигурах скорость. Данилу Осипову не хватило скорости, чтобы доехать до победы. У него серебряная медаль, но своим результатом остался доволен. Я выступаю в дисциплине фристайл, это BGR и слоупстайл, но сегодня я решил попробовать, так сказать, что-то новенькое и выступить в бордкроссе. Это был очень крутой опыт для меня. Это были первые соревнования по бордкроссам. Чемпионами области на старте сезона стали Данил Кочергин, Николай Янин, Дамир Ганеев и Таисия Тарханова.